550 физкульт-событий накрыли жителей округа ЗОЖ-волной в этом году. Традицию подводить итоги в канун новогодних праздников поддержали люберецкие спортсмены. Самые яркие турниры и чемпионаты они вспоминали во дворце спорта «Триумф». Дворец спорта «Триумф» помнит все самые яркие спортивные события года. Для юных чирлидеров округа его зал – это родные стены. На итоговой физкульт-встрече за выступлением начинающих спортсменов наблюдали спортсмены состоявшиеся. Для Евгения Петрова этот год стал щедрым на победы. В частности, это победа на чемпионате мира по армлифтингу в Санкт-Петербурге. Удалось буквально соперника обыграть на 2,5 килограмма. И вот в следующем году тоже буду готовиться, так как если выиграть 3 чемпионата мира – можно стать заслуженным мастером спорта России по армлифтингу. Это на самом деле очень серьезное достижение. Есть к чему стремиться, есть какие еще мировые рекорды побить. Спортивные успехи привели Евгения на сцену «Триумфа». В одной шеренге с ним оказались самые результативные спортсмены. Из рук главы округа они получили знаки отличия. Я, конечно же, сегодня хотел бы сказать слова благодарности всем, кто занимается на просторах Люберецкого края спортом. С каждым годом люберцы становятся все ближе к достижению этой амбициозной цели. В округе активно развивается спортивная инфраструктура. Физкультурой жителям предлагают заниматься и в спорткомплексах, и на свежем воздухе. Амбициозным нашим проектом является Кореневский карьер, который мы сегодня уже развиваем и будем развивать и в 2020 году. Создание спортивной инфраструктуры, вейк-парка, усиление дополнительно. Также будут образованы велодорожки по карьеру, создана инфраструктура. Сейчас мы сделали канатную дорогу на ватрушках. Проект благоустройства Кореневского карьера подарил люберчанам возможность заниматься новым видом спорта. Этой осенью здесь оборудована учебно-тренировочная база для занятий греблей. Всего жителям округа доступны 70 видов спорта, 19 из них олимпийские. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.